Всем привет! Сегодня я предлагаю вам приготовить вот такие вот вкусные булочки-улитки из сдобного дрожжевого теста с шоколадной начинкой. Это очень вкусное получается, и тесто очень вкусное. Смотрите, какое, как пух. И вкусная начинка. Понравится всем. Давайте готовить. Итак, приготовим вначале тесто. Здесь у меня 500 грамм муки. Сюда я отправляю дрожжи, ванилин по желанию и разрыхлитель теста. Так, перемешаем. Дальше здесь у меня сахар 100 грамм и 2 крупных яйца. Сейчас я их взбиваем. Отправляем тоже муку. Все. Дальше чайную ложку соли я сюда добавлю. 70 грамм масла растительного. И здесь у меня 200 грамм теплого молока и 60 грамм растопленного сливочного масла. Все сюда отправили. Теперь будем замешивать тесто. Ну вот, друзья, посмотрите, вот такое вот мягкое тесто получилось. Я еще добавляла 2 столовых ложки растительного масла. Сейчас я его накрою и беру в тепло. Ну вот, друзья, тесто наше подошло уже 2 раза. Прошло 1:10, через 40 минут я его обминала. И вот сейчас... Посмотрите, какое чудесное тесто. Сейчас. Поделим его на одинаковые части. Делили, скатали шарики, пусть еще отдохнет, накрою, еще на 10 минут оставлю. Сейчас будем формировать улитки. Тесто такое эластичное, смотрите, не надо его раскатывать, можно просто рукой вот так растягиваем. Я буду делать с шоколадным топпингом, но можно здесь как бы шоколадную пасту. Можно вообще с любой начинкой, да, с ореховой. Можно с джемом. Вот так вот закрываем. Все хорошенечко. Делаем колбаску. Все,
все хорошо у нас. Еще раз проверим. Еще раз раскатываем. И делаем вот такую вот улиточку. То же самое. Следующий колобок берем, растягиваем руками. Выкладываем начинку. Так. Все скрепляем. Также сворачиваем. В улитку. Ну вот, наши булочки улитки. Сверху я их смазала яйцом и посыпала маком. Сейчас ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Ну вот, друзья, прошло 25 минут. Готовы наши булочки-улитки. Смотрите, какие аппетитные. Сейчас я накрою их полотенцем. Они минут 15 отдохнут. И будем пробовать. Вот такая красота. Готовьте, радуйте себя, своих близких. Всем вам приятного аппетита. Всего самого доброго. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.